В Доме культуры жилого массива Нокина прошел конкурс патриотической песни «Бастау-2022». Это итоговое мероприятие в рамках Года детей. В исполнении конкурсантов прозвучали патриотические песни казахстанских композиторов. Зарина Утбанова продолжит тему. Всего в конкурсе участвовало около 30 детей от 7 до 15 лет. Некоторые из них являются призерами не только городских конкурсов, но также республиканских. Сегодня их поддержать пришли их педагоги, а также родственники. Для юных исполнителей конкурс стал настоящим праздником. В фойе гостей встречали настоящие батыры в национальной одежде воинов. И в целом царила праздничная атмосфера. Это городской конкурс, но так как были заявки из некоторых районов, мы их тоже приняли. Конкурс организован в честь Года детей и для воспитания патриотизма среди молодежи. Сегодня они будут исполнять номера на тему патриотизма и национального творчества. Этот традиционный ежегодный конкурс проводится для развития творческого потенциала у детей, чтобы они уделяли время творчеству и искусству. Конкурсанты подготовили вокальные номера. Многие из них не в первый раз выходили на сцену. Я из Храмтау. Сегодня я подготовила песню «Туган ель» Мальдыр Ауилбековой. До этого я участвовала в таких конкурсах, как «Казахстан даусы», «Балалар жобасы», «Баладаусы» и других. На этот конкурс я готовилась со своим руководителем из Актюбе. Я исполняю песню «Казак ели». Я занимаюсь творчеством 2 года. Посещаю кружок вокал. Сегодня я пришла с учителем. Оценивала конкурсантов профессиональное жюри. Победителя конкурса наградили денежным призом. Также все участники получили поощрительные подарки и благодарственные письма. Зарина Утбанова, Самат Каликенов, телеканал Актобе.